Ну, я могу сказать, что нежданная, негаданная, но дорогая. Дорогая тем, что каждый мой коллега, с которым мне пришлось, выпало счастье служить, работать, он внес кусочек своей души, поэтому она нам очень дорога. Мне хочется поблагодарить тех, кто это заметил и поддержал нас. Особенное спасибо Дому актера. Он приютил и дал возможность трудиться. Замечательный писатель Андерсен говорил о нашей профессии, что это хождение по раскаленной лестнице вверх, но к небу. Я хочу пожелать своим коллегам, молодым, талантливым, совестливым, доброго пути и высокого полета. Благодарю.